Салат Диана с печенью трески очень вкусный и сытный. Он отлично подойдет как для праздничного стола, так и разнообразит вообще повседневное меню. Берите на заметку рецепт. Для того, чтобы приготовить салат Диана с печенью трески, понадобится рис, печень трески, яйца, огурец и зеленый лук. Для заправки можно использовать майонез или натуральный йогурт. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Готовится салат очень просто и быстро, особенно если заранее отварить рис и яйца. Салат Диана с печенью трески получается сытный, нежный и очень аппетитный. Такой салат займет достойное место на любом праздничном столе. Печень трески 150 грамм. Яйцо куриное 3 штуки. Огурец 1 штука. Кукуруза 100 грамм. Рис 50 грамм. Зеленый лук 1 пучок. Майонез 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Количество порций 2. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Рис отварите до готовности. На тарелку выложите сервировочное кольцо. Нижний слой сделайте из риса. Рис смешайте с маслом печени трески. Поверх риса выложите печень трески, предварительно размяв ее вилкой. Яйца очистите от скорлупы, отделите белок от желтка. Белок натрите на мелкой терке и выложите его поверх печени трески. Слой из белка смажьте майонезом. Сверху сделайте слой из консервированной кукурузы. Огурец помойте под проточной водой, мелко нарежьте и выложите поверх кукурузы. Слой из огурцов смажьте майонезом. Верхний слой сделайте из тертого желтка. Украсьте салат зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!